Во, молодец. Ага, теперь накладываю руки на его руки. Замочек. Угу. Его локти пока еще вместе. Натягиваешь на себя. Да, теперь переходим. Это были у нас средние шейные позвонки. Теперь к верхним переходим. Вместе с черепом. На затылок. И большие пальцы обнимают череп. Да, вот так вот. Тут руки... Ну, локти можно так оставить для одного раза, да? А потом разведем их. Так? Да, потом разведем. Сначала так. Сначала вот так. Так вот, вот опять на себя натягивай. Оттягиваем. Да. Череп. Человека на себя заваливаем. Вот. Теперь разводим руки. Ой, все. Шея была. Да, развели руки в стороны, распрямились теперь полностью ровно. Череп вверх, вверх смотри, вверх. Вот, на себя заваливай больше, это надо больше на себя завалить. Вот, тянем, сидя причем как на коне на столе. О, тут уже вот здесь. Мышцы потянулись, ну да, да, да. Так и должно быть. А, вот это подожди, скручи, скрути его полностью, как улитку сначала. Ты мне локти сомкни. Это ты меня. Пузиком вот. А теперь давай. Вот. Видишь, почти он поднимается, а пузиком тоже выше, выше идешь. Потихоньку. У меня локти расставляли. А как, если, например, у меня не дотягивает? Nokia. Да. Да, всю жизнь Nokia. Ну и так можно. Нет, дальше, да, дальше, так потихонечку ее распрямляешь, потихонечку. И сам поднимаешься. Да. Что там сюда заваливается? Стол, смотрите.